Не было печали, да пришла зима. Птицы замолчали, и съежились дома. Холодно в природе, снег лежит кругом. А я на снегоходе, я еду с ветерком. Туда, где а ветер для мужчины. Чай. А мы с Аней хотим исследовать кусок реки, что там за проталины, сходить посмотреть. Да, Саш? Да. Кто это туда ездит? Или боязный? У тебя такой красивый закат сзади на видосике, прям. Ну ты прям бармен. Это какие-то эскимосы просто едут на гусянке. Так, Александр занимается исследованием. Ну, там дыр. Это. Непонятно. Там, сейчас мы уйдем тут на пару метров куда-нибудь. И самоспасателей с собой нет. А снегоход там.